Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск Easy Russian из Москвы. Меня зовут Полина, за камерой Никита. И сегодня мы будем опрашивать людей на улице о том, чем они гордятся. Поехали! Чем вы гордитесь себе? Умение видеть красоту. О, да? А в чем это выражается? Люблю природу, замечаю мелочи, насекомых, птиц. Обращаете, да, на это внимание? Да. Даже в такой суете городской? Да, даже в городской суете. Мне кажется, это одно из самых прекрасных, когда в городе можно видеть что-то живое. Ну, развивала, да, с детства. На биолога выучилась. Целеустремленность – это выработка действий по жизни, которыми следуешь. Угу. Вот. А если знаешь, куда плыть, обязательно приплывешь. Если не знаешь, так и будешь болтаться непонятно где. Душевной красотой и скромностью. Я не завидую, не корыстная и свободна. Это очень сложно так себя. Почему? Мне кажется, ну, любой человек в чем-то... Не знаю, мне 55 лет, но мне до сих пор весело. Выносливостью, наверное. Выносливостью? Физической? Ну, да. Ну, скорее, наверное, моральной. Может быть, физической тоже. Вы понимаете, чтобы жить в России, нужна именно вот какая-то стойкость, да, стойкость определенного духа там, и так далее. Вот, наверное, вот это основное качество. Добротой. Добротой? Да. Это у вас изначально было? Или... Да, всегда. Всегда было. От родителей. Не знаю, я слишком самокритичен. Ну, наверное, профессиональной деятельностью. Я работаю юристом в Московской коллегии адвокатов. Может быть, только этим, потому что каждый день я помогаю людям, решаю их проблемы, отзываюсь на их беды. И, ну, наверное, я горжусь тем, что чем я занимаюсь, и делаю это каждый день с большим удовольствием. Ну, что смогла преодолеть страх общения с людьми. Я работаю на самой такой профессии, где приходится каждый день общаться с людьми. Это какая? Риэлтор нас ненавидит, но мы все равно работаем. Чем я горжусь в себе? Я горжусь тем, что я изучаю иностранные языки. И я думаю, что вы тоже гордитесь тем, что вы изучаете русский. И я очень горжусь вами, что вы изучаете русский язык, потому что он очень сложный. Вы большие молодцы. А это значит, что вы целеустремленные, мотивированные и умеете организовывать свое время. Но я прекрасно понимаю, потому что сама сейчас изучаю нидерландский язык, как важно иметь практику общения на иностранном языке, который вы изучаете. Поэтому я хотела бы представить вам спонсора нашего этого эпизода, компанию iTalki. Это сайт, который помогает студентам и преподавателям находить друг друга. Это очень классная, удобная платформа, на которой вы можете найти преподавателя, носителя языка или просто собеседника, если вам не нравится вся эта грамматика, и вы просто хотите разговаривать на иностранном языке и учить его в процессе общения. Уроки не такие дорогие, как в языковых школах или при занятиях офлайн с репетитором, но не менее профессиональные. Все преподаватели очень мотивированные и хотят помочь вам разговаривать на иностранном языке, и главное, знают, как это сделать. Итак, чтобы скорее начать практиковать свой русский, переходите по ссылке в описании к этому видео. Это важно, чтобы получить подарок $10 на свой персональный счет, который вы сможете использовать после того, как пройдете первый урок на iTalki. Удачи и приятного разговора на русском языке! Честно, ну, ничем не горжусь пока что. Я еще ничего из себя не представляю. Школу закончили, во всякое случае. Школу закончил, в университет поступил, это единственное, что... Мне кажется, повод для гордости хороший. Нет. Нет? Я считаю, что нет. Правильное, хорошее качество, но если только сейчас, там, в плане учебы, например. Вот, кажется, единственное, что может быть. Пока что. Я еще себя не изучил за 19 лет. Я постоянно учусь, постоянно познаю или пытаюсь познавать что-то новое, изучаю себя. Вот это, наверное, из самого важного, потому что никто не рассказывает нам об этом ни в школе, ни в институте, а ты потом уже самостоятельно выходишь в жизнь и пытаешься осознать сначала себя, потом мир вокруг тебя.
Вот это, наверное, важно. Горжусь. А какими скажете? То, что я фотограф. Фотограф? Да. Фотограф? И видеограф. Да? А вы мечтали об этом? Шли или как-то случайно? Я шел. Шли, хотелись? Да. Долго. Долго шел. Долго? И то есть это сейчас стало... В данное время работаю, да. Понятно. А скажите, а что вам дает вот это вот ощущение, что вы достигли своей... Ну, как сказать, любимая работа – это не работа, а просто наслаждение. Ну, я долгое время занималась танцами. Да, 13 лет я занималась, окончила, получила диплом. Люблю спорт, много занимаюсь спортом. Ну, в принципе, беру все от жизни. Люблю ходить в театры, вот гуляю с друзьями. Образованием, наверное, саморазвитием. А вообще, по-честному, наверное, я подумала, что я горжусь своими детьми, материнством, да. Все-таки вот это то, что придает мне сил, то, что заставляет меня жить, двигаться дальше и опять-таки развиваться. Ну, работа – это все-таки вторично, да. После того, как у меня появились дети, работа стала вторичной. Всегда хотела иметь детей, но как-то так у меня получилось, что вот у меня их трое в жизни, поэтому никогда не думала, что у меня будет их вот такое количество, но тем не менее. То, что у моих детей отдельные квартиры. Что я смогла им сделать. Меня устраивает моя работа. Ну, какое-то, может быть, моральное, душевное удовлетворение. А если не секрет, то... Я медсестра. Вообще-то называется мотивация. Чтобы в этой жизни была мотивация. Если человек нет мотивации, он сам себе не нужен. Это жизнь научила. Как называется? Хочешь жить, умей вертеться. Это раз. Под лежачий камень вода не течет, это два. Ну, море вариант. Профессия случайно попала и вообще хотела оттуда убежать первое время, но потом решила, если я буду всю жизнь убегать от этого, то к чему я приду? Ну, если я буду на каких-то должностях, где не надо будет с собой работать, ну, я, скорее всего, ничего не достигну. Оно приходилось воспитывать, приходилось все время выживать в разных ситуациях, там, условиях. Там. Допустим, я раньше не могла спросить дорогу или там буквально там подойти в кафе какое-то, спросить воды, да, запить таблетку там или еще что-то. Какие-то комплексы, боязнь, что тебе откажут. А тут я могу просто все, что мне нужно, узнать у людей, попросить помощи. Вот, наверное, в этом. Обычно человек горит близлежащими целями, будем так говорить. Вот первая цель – это не попасть под дождь. Вторая цель – доехать без проблем. Третья цель – сделать то, что задумал. А вообще-то, по большому счету, цель – успеть то, что задумал. Потому что я реалист, мне 68 лет, поэтому я хотел бы успеть за оставшееся время что-то сделать из того, что мне нужно. Если бы я еще знал, сколько мне осталось, так я бы вообще был смелый. А поскольку я этого не знаю, приходится каждый день использовать по полной. Вот и все. Мне хочется дальше расти, и хочется больше людям помогать. То есть моя профессия, она именно это олицетворяет. И не то, чтобы впустую деньги зарабатывают. То есть многие считают, что села, продала квартиру и заработала. Но это на самом деле не так. Все сделки сложные. У меня, допустим, сейчас очень сложная сделка. Настолько, что у меня волосы, наверное, на голове шевелятся. Но я понимаю, что это моя работа, мне надо это сделать. Помочь человеку вот в выборе правильном. Человек должен жить для того, чтобы быть полезным обществу. Ну, то есть, вот, есть каждый, есть свои профессии. Вот ваша профессия тоже очень важна, да, журналистская деятельность. Это тоже очень важно. Врачи. Ну, вот, я выбрал юриспруденцию. Добродушие, любить свою профессию. Ну, я не знаю. Что еще? Наверное, это самое главное. Важно даже, когда видишь результат, что ты помог человеку, и не зря, и он получил то, что надо. Излечился там, ему легче стало. Терпение, тем более сейчас. Народ стал очень-очень неадекватный к медикам вообще. Вообще каждый человек хочет быть кому-то нужен. Это в нас заложено с детства. Мы по-другому не можем жить. Мы не можем быть одинокими. Это, к сожалению, это так. Ну вот, например, я уже лет, наверное, 5 усиленно работаю, да? Но
За это время я лишь только выплачивал кредиты, банкротство и алименты. И у меня скопить удалось 0 рублей, 0 копеек за это время, грубо говоря. А я все равно продолжаю как машина работать. То есть я столько лет работаю, а себе вот, ну, абсолютно ничего. Ну, не знаю, может, это стойкость. Хочется все-таки как-то самореализовываться, больше делать, больше, особенно вот в этом возрасте, когда как бы... Еще есть возможность, еще нет семьи своей, когда потом нужно будет там для детей все-таки что-то делать уже не для себя. Сейчас хочется именно прокачивать свои скиллы, прокачивать себя, не брать от жизни все. Мы сейчас живем в такое время, в эпоху эгоизма. Мне кажется, важно быть просто человеком. Вот знаете, сохранить в себе какие-то человеческие качества, придерживаться их. Не нужно быть, конечно, таким прям, знаете, камнем, то есть... В одну сторону, да, то есть вот только, нет, как бы нужно уметь быть гибким. Сейчас это просто необходимо, это сейчас, ну, невозможно, как говорится, сложно быть комсомолом. Вот, но все-таки сохранять в себе какие-то вот человеческие качества, мне кажется, это важно. То есть придерживаться, выбирать всегда правильный путь, это очень сложно. Это, в принципе, даже вот я просто начал с профессии, потому что, конечно, она самая легкая, да, что можно сказать. А если углубляться, то, мне кажется, вот именно просто быть человеком – это уже гордость. Важна гражданская активность. У меня гражданская позиция, она всегда была активная. Я никогда не проходила мимо, ну, человека, которому нужна помощь. Да, я не боялась звонить в правоохранительные органы тогда, когда это действительно нужно. Я писала на портал «Наш город» тогда, когда видела какие-то замечания, да, пожелания. Но, к сожалению, не всегда эти отклики находили, ну, какого-то результата, влекли за собой некий результат. Вообще, моя главная цель – я хочу стать певицей, я занимаюсь вокалом, это моя самая важная цель. А в ближайшее время быть свободной от каких-то дел, таких насущных, скажем так, и заниматься вокалом. Есть, конечно, люди, которые могут жить без семьи, но они... просто в другом находит свое не одиночество. То есть кто-то прям в работе настолько хладнокровенный может, я, допустим, не могу. Все равно у меня есть доля туда, куда я уделяю это в семью. То есть, например, мой молодой человек или мои братья и сестры, у меня их много очень. Хочется там маму увидеть, ездить куда-то. То есть мне нет такого, чтобы я про них забыла. У каждого человека разные цели в жизни, и семья для кого-то очень важна. То есть он отдается... на все 100%, он вкладывает всего себя именно вот в семью, вот он находит там свою реализацию. Кто-то наоборот, как бы более отстранен от семьи, как бы прокачивает больше себя и вот не видит такое, какое-то большое участие семьи именно в своей жизни. Поэтому у всех по-разному. Поэтому занимаешься поиском внутри себя, открываешь себя, понимаешь, что тебе нравится, что тебе хочется, и понимаешь, чем хочешь заниматься. Помимо того, что ты, допустим, там, как в моем случае, менеджер по персоналу, ты еще и хочешь петь, рисовать или еще что-то. Что бы вы посоветовали своим детям, чтобы они вот комфортно себя чувствовали сами с собой? Какой бы вы дали бы совет? Каким им быть? Ну, не знаю, у вас такой сложный вопрос. По отношению самим к себе, наверное, прежде всего им нужно быть честными самим с собой, чтобы им было комфортно. Ну и чтобы они сами себя не стеснялись. Мне очень понравились ответы людей сегодня. Напишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк и до новых встреч. Пока!